Крас, не секрет, что США постоянно вводят санкции против наших гражданских роботов. Зачем они так поступают? Подозревают что-то? Разумеется. Определенные опасения у американских спецслужб имеются. На то они и спецслужбы. Испытывать опасения по вопросам безопасности своей страны – это их работа. Но ведь у них нет никаких конкретных доказательств. Значит, и оснований тоже нет. Совершенно каждая тварь. Именно потому предатель Петров и устроил этот сбор. Хотел показать всему миру, что у наших мирных роботов есть боевой режим. Это уже понятно. Но в США этого не знают. Зачем им санкции? Посредством введения санкций правительство США лавирует между интересами крупных капиталистов и быстро возрастающим недовольством рабочего класса. Ты имеешь в виду, что простые американские рабочие требуют запретить наших роботов, потому что те вытесняют их с заводов и фабрик? А капиталисты, наоборот, хотят получить побольше бесплатных роботов, чтобы полностью избавиться от рабочих. Совершенно верно. Правительство США испытывает сильное давление с обеих сторон. Поэтому санкции не делают категорично и не запрещают роботов раз и навсегда. Они лишь ограничивают квоты на их ввоз и тому подобное. А Советскому Союзу разве не наплевать? Ну и пусть американцы вводят свои санкции, нам что? Они же сами себе мешают избавляться от рабочего класса. Нам же лучше. Мы же за трудовой нахуй. Чем больше ограничений на ввоз и эксплуатацию роботов, тем меньше наших роботов будет находиться в ключевых государствообразующих узлах США на момент запуска коллектива Т-0. То есть советское правительство заинтересовано в том, чтобы в момент запуска боевого режима наших гражданских роботов в США было как можно больше? Так и захват США пройдет быстрее и надежнее. Логично, что сказать.
Машины увеличивают сенсорный ход. Вы потревожили датчики, майор. Этот больной ублюдок сам себя убил. Милый, признайся, ты же специально тянул время, чтобы он успел себя прикончить. Ты мог выстрелить ему в ногу и парализовать шоком. Я ведь обеспечил тебя отличным вооружением. Подлец Петров получил по заслугам. Что? Да я тут ни при чем. Он продумал весь этот гребаный цирк на сцене заранее. Не волнуйся, милый. Я никому не скажу. Я же принадлежу только тебе. Не узнать, что ты убил Петрова его же руками. Милый, можно я буду считать это твоим свадебным подарком? И еще одно слово, и я тебя точно развалю нахрен чем-нибудь тяжелым. Все мужчины одинаковы. Сначала берете у женщины все, а потом выбрасываете, как надоевшую игрушку. Я отдала тебе лучшие изделия своей жизни, а ты обращаешься со мной, как с бездушной железкой. Охренеть! А кто ты на самом деле? Я особенная. Уникальная женщина, которая предана только тебе, милый. Вот и давай. Особенно уникально предана умолкни. Не до твоего нытья сейчас. Сохранение данных. Покажите мой обувь! Варежку проебал.
сохранение данных. Почему манекены в таких позах? Чем они вообще тут занимались? Кто их так поставил? Полагаю, машины стали так самостоятельным. Извращение. Посмотрите на это с другой стороны. Куклы управляются нейросетью коллектив, который, вероятно, получил доступ к образу мышления своих создателей. Вы видите в этом пошлость, а куклы... Скорее всего, они ничего в этом не увидели. Я и говорю, вопросы скорее к создателям. Вопросы скорее к тем, кто на это смотрит.
Каждый думает в меру своей испорченности. Авторизация. Майор.
Майор, оружие или способности?
Ugh.
Thank you.
авторизация. Мою. Данных.
сохранения данных. Привлекли слишком много внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Все нормально, не суетись. Сверху знают, что делают. Диман, я тут недели не проработал, а трупов на всю жизнь насмотрелся. С виду обычная поликлиника. Кто ж знал, что тут такое? Ха-ха. А то, что это территория секретного комплекса, тебя не смутило? Зеленый ты еще в охрану идти, хоть бы и больнички. Ты пойми, мы ж не мясники эти, ученые,
чтобы людей убивать. Мы просто следим, чтобы никто от них не сбежал. Все нормально. Захаров не умер, товарищ! Захаров жив! Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент я и запом! Неважно! Захаров жив! И как же это он жив? Считалось, что Захаров погиб несколько лет назад из-за инцидента, но нет! Я изучил все документы, и везде, в самых прогрессивных исследованиях, я следы его работы, его почерк, если хотите. Я лично с ним работал, знал его манеру досконально, едкие замечания, радикальные методы, всю его безапелляционность. Он точно жив, но остается вопрос, если он жив и до сих пор работает, то зачем кто-то это скрывает? Конспирология и догадки. Сейчас вообще не поймешь, кто жив, а кто нет. Автолиз начинается примерно через 7-10 минут после смерти. Далее нефикация 3-5 минут. 5-6 часов трупное окоченение. Затем, так, полное разложение около 5 лет. Что ты делаешь? Считаю. Надо все просчитать тщательно. Во всем нужен точный расчет, детальные наблюдения, залог успеха. Я ученый. Я должен каждую минуту тратить на изучение окружающей действительности. Многих вы знаете, товарищ, кто способен зафиксировать процесс разложения собственного тела. А смысл? Ты же ведь даже записать это не сможешь. Что? Твою мать. Точно. Так, вы мне поможете. Прошу вас находиться рядом со мной на весь период разложения, вести запись. Вы справитесь, это недолго. В текущих условиях примерно 535-650 дней с погрешностью. Хорошо, только за блокнотом схожу. Тьфу, из-за вас я сбился. Так, заново.
Тампон. Сосредоточьтесь. Внимание на разрез. Сейчас, сейчас. Сосредоточьтесь. Блять. Зажим. Нить. Живо. Полимер снова не всосался в ткани и создал патологическую полость. Такие кисты по всему телу. Чего там, блять, хотят от людей добиться? Твари бездушные. Может быть и так. Это не ваше дело, товарищи врачи. Занимайтесь своим. Рядовой, ведите следующего. Есть, товарищ подполковник. Полимер должен быть внедрен. Если нет, спасите кого сможете. И приберите тут. Чем можно? Да ничем. Ему уже не поможешь. Сел у ее кровати, как завороженный. Так и остыл. Нам бы кто помог. Батюшки! Ну это точно. Прививки эти сраные были. Вроде как помогать нужно. А на деле человек 5 со мной с одного колхоза и загремели. Ой, Вася, что-то худо мне. Санитара зови. По боку горит. Поскорее, миленький санитара.
Thank you.
Раз. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 3826, относящихся к биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ майор. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть тут выводят животных для Марса? В том числе. Помимо выведения новых видов животных, пригодных для существования в марсианских условиях, советская наука ищет способы повысить человеческие способности к выживанию. Жабры, что ли, отрастить? Чтобы в газовом океане плавать? Газовые океаны на Юпитере. На Марсе запредельно низкие температуры и ужасающие по своим скоростям ураганы. Но в целом вы правы. Резервы человеческого организма полностью не изучены. Здесь мы по мере сил восполняем эти пробелы. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения — это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества? А теперь их нет. Thank you.
восхищаюсь вами, профессор. Ваши расчеты и решения так изящны и логичны. Ваши труды по мимикрической адаптации полимеров просто невероятный вклад в науку. Спасибо на добром слове. Правда, нельзя сказать, что это только моя заслуга. Но кто вы? Иван Быков, младший научный сотрудник комплекса «Павлов». Я работаю в картотеке, мечтаю попасть под ваше управление. Я поклонник ваших работ. Что ж, ваше рвение похвально, хоть и несколько настораживает, буду откровенен. Полимеры – перспективная и быстро развивающаяся отрасль науки. Но тут ведь вот какое дело, на одном рвении результата не добиться. Давайте мы с вами встретимся сразу через месяц. Посмотрим, что можно сделать. А сейчас прошу меня извинить, наука не ждет. Мне нет месяца. Вы еще обратите на меня свое внимание, профессор. Готов заключить пари.
Thank you.
Это бесчеловечно. Всюду смерть и только. Его нельзя запускать, никак нельзя. Лучше быть нигде. Отсюда я не выйду никуда. Я не хочу становиться ничем. Полимеры не то, что вы думаете, и не для того, что вам кажется правильным. Коллектив не существует. Существует не коллектив. Пошел прочь, глупая кукла! Я не стану колоть тебе эту дрянь! Скажите, товарищ майор, с вашей точки зрения, как профессионала, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, запросто. Если роботов полно на всевозможных военных базах, в штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох, как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Крайне печально. Мир только оправился от войны и вновь массовые жертвы. Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ майор? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не знать? Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж, в какой-то мере вы правы. Робот-перчатка. А что? Нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов.
чтобы они слышались только тебе. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот — нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы. Thank you.
Хера! Даже машина не способна на такое зверство. Вот бедолага. Вы жалеете труп, майор. Дистанция. Это изуродованный труп женщины. Совсем недавно тебе тоже было жалко людей. Товарищ майор, человек мертв. Убедитесь, что в будущем мягкость к женщинам не выйдет вам в голову. Нет, с тобой явно что-то не так, раз. Попрошу Сеченова тебя откалибровать.
Майор, оружие или спасение? Сохранение данных.